Привет, меломаны! Давненько мы не угадывали с вами хиты по пародиям. Нужно это срочно исправлять. Ставь лайк за мои старания, оформляй подписочку с колокольчиком на Music Club и поехали! Что первая школьная пародия от Нилы Мании взяла вдохновение у недавнего хита от Little Big «I'm Okay». Рейв-группа выпустила заводной трек в июне этого года и практически сразу же опубликовала к нему не менее заводной клип. Следующая пародийная новиночка от Вадима Поляка. И надеюсь, вы смогли услышать знакомые мотивы самого пчелиного хита этого лета «Пчеловод» от группы «Раса». Композиция вышла в качестве сингла в июле этого года и стала, пожалуй, самой вирусной в сети. Желая пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Маричка перешпілись, ну, подічку із заплетеною косичку. Запаєш в полі бур'яни, знову зустрілися там ми. Ну что, смогли узнать в этой юморной пародии от канала Селерада знакомые нотки Аленки от Тимы Белорусских? Кстати, трек «Аленка», пожалуй, больше всех остальных песен Тимы звучит как трек из 90-х. А ты как считаешь? Пиши в комментариях. Аленка, ты шоколадная девчонка, губы намазаны сгущенкой. Забирай козычетку, проваливай, одни долги напрягись. Что с тобой, ну прям как валенок, под глазами что за круги. Пересдал опять неправильно, пересдал опять неправильно. Это пародия от канала Кубик, и я уверен, что парень с белыми линзами сразу сдал LG со своим хитом «Минимал». Трек появился весной прошлого года, а повествует он о едва различимых и сложно раскрывающихся чувствах противоположному полу среди молодежи. На баре синий, мы танцуем под минимал, да-да-да, ты красива, но таким, как ты, да хуя. Да бывает никогда быть трезвым трудно, никогда я загубил себе все обоюдно. Да в себя тянул, но затянул надолго, такое вряд ли я забуду. Пятая пародия от приятного Эльдара. И как вы уже поняли, замаскирован в ней хит от все того же Тимы Белорусских «Витаминка». Песня вышла в начале этого года и стала еще одним погружением в ретро-эпоху. Все мои сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно. А сейчас давайте немного отвлечемся и проведем небольшой интерактив. Угадай, какой хит этого лета замаскирован в пародии от канала «Сантехник», и обязательно напиши свой ответ в комментариях под этим видео. Ютуб детка, это ютуб детка, он запутал меня крепко в свою сетку. Что ты делаешь со мной, ютуб, постой? Сколько много времени убитого тобой? 20 человек, которые правильно угадают, смогут стать героями Music Club и попадут в следующий выпуск. А вот так выглядят наши герои из прошлого ролика. Ну что ж, едем дальше. Несмотря на милое личко, грудь единичка, грудь единичка. Жопа-то и может отличная, но грудь единичка, грудь единичка. Шестая просто потрясающая и креативная пародия от нового творческого объединения «Коко» взяла вдохновение у летнего суперхита от Артура Пирожкова «Алкоголичка».
Песня вместе с клипом появилась в начале июля и стала, пожалуй, самой танцевальной музыкальной новинкой этого года. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка. В руте милкшейк, в роте вейп, в AirPods'ах бэйби ты. Экспонат для девчат, модные рокки в 100 назад. Эволюции ознака, постепенно стала видно уся срока. Седьмая пародия от четких пас с идеей модного приговора вдохновилась опять-таки у группы Little Big с песней I'm Okay. Кстати говоря, в отличие от скибиди, танцевальные движения здесь крайне просты. Берешь рюмку, подносишь ко рту, пьешь, повторяешь снова. А на этом почти все, друзья. Единственное, осталось поставить лайк, если понравился выпуск, и обязательно нажать на кнопку подписаться, чтобы увидеться снова в следующих выпусках.